Здорово, бойцы! Продолжаем проходить Assassin's Creed 2. Итак, хочу сказать огромное спасибо за предоставленные карты подписчику Кириллу, вот, на которых отмечены всякие места, где находятся перья и еще там другие ништяки, короче. Вот. За это огромное спасибо. Но еще хочу сказать то, что я записываю сегодня уже второй раз игру. Вот. Первый раз у меня глюкануло OBS, и видос записался, но как бы мне его не воспроизвести, какие-то ни Vegas Pro, ничего, короче, не открывает ее. Вот. Но по большому счету я там в принципе ничего такого не сделал в этом видосе. Я за полчаса где-то, да, за полчаса нашел только все статуэтки по карте, короче, которую вот скинул подписчик Кирилл. Вот, собрал все все золото. Ну, имею в виду не все золото, которое находится здесь на вилле, а имею в виду золото, которое дается после вот того, как мы поставим вот эти статуэтки сюда. Там в каждом, короче, каждой этой вот этой фиговине дается по 2000 флоридов. Вот. Мы все их открыли, короче, я их все открыл. Вот. Ну, это было в том видосе, к сожалению. Ну и, в принципе, весь видос был посвящен вот этому поиску, короче, вот этих вот статуэток здесь на вилле. В принципе, сюжет я не проходил. Вот. Собрал оставшиеся перья, которые здесь были на вилле. Вот, тоже. Положил в ящик. И построил... бордель, короче, построил. Вот. И построил церковь. Церковь и бордель. И вроде больше я ничего не строил. Вот. Так что так. Ну и сундучки здесь пооткрывал немного. Вот. А в этой серии мы пойдем, короче, с вами по сюжетке, я думаю, да? Наверное, пройдемся, отправимся во Флоренцию обратно. Вот. Так как, короче, вот единственное, что я не понял здесь, это вот этот вот изумрудик показан прямо вот здесь вот на вилле. Вот здесь вот прям. Вот. Кристаллик нарисован, да? Здесь я облазил, короче, ничего не нашел. Нифига не нашел. Вот. Видать, короче, не знаю, это, мне кажется, мое мнение, то, что сундучок этот, это вот этот вот сундучок. Вот. Короче, казна вот это. Если я не прав, то напишите в комментариях, где мне его здесь найти, потому что я уже и на крыше был, и все этажи обежал, и не знаю, где это. Может, это вообще под зданием, внизу где-то. А, построил еще шахты. Да, шахты. Вот. Итак, я хочу... А, ну и купил, да, купил, короче, карту сокровищ. Вот. Вот эти вот алмазики... Я не смог собрать, потому что... Ну, вот этот вот здесь вот церковь, короче, сейчас мы его соберем. Здесь я не могу залезть, короче. Вот фишка. Мне никак не забраться наверх там. Я не знаю, может, какой-то экипировки у меня не хватает, я не знаю. Но я так предполагаю, что мне не хватает такой экипировки, как что-то наподобие кошки, знаете, крюка кошки. Вот. Поэтому мне не забраться там никак. Но пока, наверное, не будем, да, этого делать. Вот. Так. Я почему-то думал, мне вот в церкви здесь тоже никак не взять было, короче, эти сундук. Я почему-то думал, когда я сделаю церковь, я смогу взять этот сундук. Слышите, да, он вот где-то он вот здесь вот блестит, да, слышно звук. Только где он? Я его реально не вижу.
Это, может, это какой-то глюк, или может я что-то не так делаю, я не знаю. Как это? Наверху тоже вот нету, да? Смотрите. Где он есть, я не знаю. Если вы знаете, то тоже пишите в комментариях. Будет интересно, потому что я хочу его взять. Слышите, да? Вот он. Шелестит. Где? Непонятно. Может, на соседнем здании? Погоди. Нет, видите, звук пропал. Звук пропал. Сундука я не могу, не вижу нигде. Могу найти. В чем фишка, я не знаю. Можно, что это какой-то, не знаю, может это баг какой-то или... Здесь кругом оббегаешь, ничего нет тоже. И моя догадка то, что... А, вот он! Твою-то мать, а! Так, а как мне туда забраться? Погоди. Поверху, что ли? Погоди, мне что-то не могу понять. Странно. Может, тоже здесь какой-то крюк должен быть, ну, нужен? Какой-то крюк, кошка какой-то. Так, погоди, а может вот здесь? А, во! Вон оно что, Калыч. Вон в чем загвоздка. Смотри, аж две штуки здесь. Все, разобрались. Так, отлично. С этим мы разобрались. Вот. С этим разобрались, но остальные я не знаю, как взять. Вот реально, вот я не знаю, как взять. Вот здесь мы тоже перо взяли, короче, оно находится. Вот. Вот эту вот фишку мне не взять. Вот эти вот мне не взять. Короче, если вы знаете, как их взять, эти кристаллики, пишите в комментариях обязательно. Ну а мы отправляемся во Флоренцию. Посмотрим, что там нас ждет. Будем там исследовать, лазить. Я думаю, что во Флоренции нам побыть придется довольно долго. Я думаю, что там у нас откроется какие-нибудь дополнительные задания, еще что-нибудь. Ну и там вот этих перьев, вот этой все фигни, вот этой всей дичи, короче, ее там много. Там собирать. А, кстати, стоп. Я хотел проверить еще шахты. Да. Я хотел посмотреть шахту. Я когда проходил и играл, короче, в прошлом видосе, пробегал мимо шахт. Они были завалены. Теперь я хочу посмотреть, они там открылся проход. Хочу забежать туда посмотреть. Bye-bye. Может там какой-то что-то интересное есть в этих шахтах. Вот, допустим, да, вот он, вход. Еще я нашел какую-то решетку в скале тоже. Так, отлично, смотрите, вот она, шахта. Ага, здесь похоже, у нас тоже есть сундучок. Но он, наверное, наверху. Да. Так думаю. Он наверху. Надо это сделать. Вон, их аж две штуки. Так же, как и в церкви. Допрыгнем.
Прыгнем. Все трещит. Отлично. Отлично. Куда? Вот куда? А, непонятно, короче, в какую сторону нажимать. Вот. Так, окей. Еще раз пробуем. Отлично. Понятно, в какую сторону нажимать. А, ну просто на прыжок, просто на прыжок. Окей. Так, отлично. С этим расправились. Ну, в принципе, не зря мы сюда забежали, да? Спрыгнуть вниз. И все, отправляемся, короче, во Флоренцию. Уже во второй или третий раз. Так, отлично, кобылка нас ждет. Погнали. Еще мне интересно, вот Семыч говорил, ну, подписчик, вы его знаете, короче, под псевдонимом Пи-бой. Это подписчик и сострямер. Вот, который помогает в кооперативах и пишет обзоры разные. Кому интересно, можете заходить в группу ВКонтакте, читать обзорчики, они там выходят, короче. Вот. И он говорил про картины. Да, кстати, я купил эти картины, ну, там пару картин. Так, отправить в слово Флоренцию. Пару картин купил, вот. Недорогих. Он говорил то, что это как бы не обязательно, но пускай будет, раз мы собрались пытаться, короче, на 100%, да, пройти. Попытаться, по крайней мере. Вот. То картины тоже будем покупать. Я купил несколько картин, короче. Там парочку. Потом посмотрим. Так, окей. А, посещайте точки обзора. Ладно, допустим, да, точки обзора. Так, фрагмент. Это у нас, дом этого. Да Винчи. Дом да Винчи, окей. Давайте зайдем. Эцио, ты еще жив? Ну надо же. Видно, последние пару лет тебе сопутствовала удача. Но вижу я, ты сильно изменился. Я надеялся, что ты поможешь мне в одном деле. Для тебя все что угодно. Ага, ты нашел еще одну? Невероятно! Да вроде не одну, вроде парочку мы нашли, да? С этой будет нелегко. Тут воспользовались древними языками. Умно. Может, если я... Похоже, это своего рода руководство для убийц. Я взгляну. Постой, что это? На этот раз это не чертеж, а просто несколько рисунков. Как же в этом разобраться? Хо-хо, ну конечно! Почему бы и нет? Вот это мысль! Можешь его сделать, пока я осваиваю приемы из этого руководства? Забирай. Я прикажу помощнику поставить несколько манекенов, чтобы ты мог потренироваться. Эй, Винченцо! Так, живой пример. Потренируйтесь в использовании новых техник убийства, пока Леонард занимается страницами кодекса. Окей, снова тренировка. Потренируйтесь в использовании новых техник убийств во дворе. 7 страниц расшифровано. Нифига себе, это мы столько нашли. Так, смотри. Смотри.
опробованную технику убийств. Так, я так полагаю, он оттуда сверху надо убить одного, да? Одного убить из сена, а вот того как? Интересно. Ну, давай попробуем. Так, нажмите, чтобы убить жертву. Окей. Готово. Вы можете совершать незаметное и заметное убийство. Убивая незаметно, уменьшать вероятность того, что вас заметят. Окей, я понял. Давай сверху. Да что ты не залазишь ты? По руки ты. Паркурист. Так, окей. Целимся. И херакс. Готово. Кстати, вы заметили кровь, да? Кровь. У этих чуваков. Это настоящие, что ли, люди? Настоящие пугало. Так, отлично. Давайте. Давайте попробуем убить вот этого. Только как? Тоже сверху, что ли, наверное? Нет. А, свисая с уступа, короче, предупреждение. Понятно. Свисая с уступа. Сейчас мы попробуем. Опа, готов, отлично. Отлично, ну, в принципе, вот это фишки, да, прикольные, я понял, их как бы, как это делать, в принципе. Думаю, пригодятся. У меня вышло, иди сюда, посмотри. Возьми ее, испытай. Спасибо, Леонардо. Non c'è de che. Мне нужно кое с кем повидаться, пока я здесь. Но я не могу сделать это на публике. Ты не знаешь, как бы мне... La Volpe. Лис? Шш. Каписко. Не знаешь, где здесь водятся лисы? Возможно, недалеко от Меркато, где живут воры. Статенто, амико. Отлично. Страницы кода. Страницы кода появляются на карте, когда вы добираетесь до точки обзора. Соберите их всех, чтобы открыть позднейшие воспоминания. Ясно, понятно. Так. Окей, давайте взглянем на карту, что у нас вообще есть на карте. О боже, смотрите, сколько у нас тут всего. Окей. Так, точка обзора. Ой, точка обзора, говорю. А, начало фрагмента. Окей. Начало фрагмента пока... Пока мы... Не будем. У нас тут, смотрите, открылась беготня. И из допок вроде все. Только беготня, да? Появилась новая. Гонка. Окей. И куча, короче, куча золота. Ладно. Так, и точка обзора одна. Ладно. Точку обзора пока трогать не будем. Вот. Зачистим вот это все. Что у нас здесь есть. Потом точка обзора и фрагмент. Окей. Так, и еще, короче, да. Я, наверное, сейчас открою карты, которые прислал подписчик Кирилл. И взгляну, что у нас здесь во Флоренции имеется. Так. Это что у нас? Венеция, нет. Форли. Тоскана. Вилла, понятно. Вот она, Флоренция. Окей. Флоренция. Где у нас... Пёрышки. Пёрышки, пёрышки, пёрышки. Так, окей. Пюрышки у нас начинаются вот от Седова. Ну давайте сюда и отправимся, да? К
перышком. Ну, по пути будем собирать ящики. Двойным клинком можно убить двух врагов одновременно. Так, погоди, у меня что, новое оружие? Погоди-ка. Снаряжение. Оружие. Спрятанный клинок. Кинжал. Кулаки. Двойной клинок. Прикольно. Прикольно, интересно. Так. Двойной клинок — это вот это, да, у нас? Он выбран. Я правильно понял? Или его надо выбрать? Погоди. Двойной клинок. Это оружие было изобретено Альтаиром и описано в кодексе. Два спрятанных клинка позволяют совершать несколько скрытных убийств одновременно. Так, ясно. Ну, видимо... Видимо, у нас сразу взято. Вот. Два клинка. Я понял. Так, окей. Окей. Так. Это здесь, да. Вот два ящика они как раз. Кстати, здесь не бегает. Смотрите. 90. Двести семь, отлично. Внутри стани не бегает, смотри. В принципе, стражники. О, смотри, стражники. Надо как-то, чтобы они меня не трогали. Пробежать. Лучники там, да? Вверху. Так, погоди. Бегай их сколько, ты смотри. Так, ладно, допустим. Допустим. Да куда? Да блин. Мне вот это вот бесит. А рядом с выступом вечно. Тебя здесь не место. Уходи. Да я ухожу, ухожу. Не рычи. Так, окей. Видно? Перышко. О, вижу перышко. Так, отлично. Окей, где-то здесь. Где-то здесь. Ящик. Вон он. Будем по пути, да, собирать, короче, ящики все. Отлично. Хотя я, признаюсь, поздно нажал на shift, чтобы зацепиться. Он как-то сам. Как-то сам это сделал. Так, ладно. Где-то здесь. Так, погоди. Я видел это перышко. Я точно видел это перышко. Где оно? А, вон оно. Побежал. Я не там, что ли, поставил цель? Видать, слишком далековато. Ну, в принципе, примерно, примерно. Отлично, 10 из 10 мы взяли перышек. Так, и, наверное, пойдем... по какой стороне? Давайте, наверное... Пойдем вправо. Так.
Вот от этого. Погоди, нет. Это я второй взял. Здесь я, наверное, уже брал. Скорее всего. Это перышко. Получается, следующее у нас где-то вот здесь. Это здесь, потому что я вот здесь я больше не вижу нигде. Ну, есть вариант такой, есть шанс, то что то перышко, которым мы сейчас бежим, мы уже брали. Ах ты! Что я наделал? Прости, что я наделал? Чувак, извини, ничего ты не наделал, просто не твой день сегодня. Какой-то праздник, да, смотрите. Просто мне интересно, что будет, если 100 перышек этих собрать. Так, ну где-то здесь, вон оно, перо. Отлично. 11 перьев есть. 11 перьев есть, что у нас здесь рядом? И смотри, тут что-то карманник какой-то. Прикольно. Так, окей. Сокровище здесь. Внизу, получается, да? Да. Где-то внизу. Здесь, наверное, внизу. Воу-воу-воу-воу, ты чё? Воу. Блин, хорошо он плавать умеет, а? Ох ты, вот они. Вот они, сундучки, смотри. Даже одежда намокла, прикольно, да? Сделано. Очень прикольно. Так, чё ты не открыл? Окей. Так. Сюда. Забраться. Мне вот еще интересно вот эти всякие тайные комнаты, короче, всякие тайные с загадками, про которые говорил Тёмыч. Вот эти штуки мне еще интересно очень. Так, погоди. Это слышали, да? Это же блестит. О, нашел. Чаще всего вот они заныканы вот в таких вот штуках, в таких проемах, короче. А, в смысле? Сначала не понял, что это был за звук. Так, окей. Идем дальше. Идем дальше по этим, по перьям. И у нас перо следующее. Оно где-то здесь находится. Так что погнали. Бонжорно. Бонжорно, дружище. Внимание! Сеньоре стало известно о том, что некий ради забавы лазает по покрышке. Да что ты не прыгнул? Да ладно, тебе никто не разобьется. Не ссы. Так, погоди, там по пути у нас где-то находится вот. Никто не разобьется, говорю.
низкий уровень здоровья. Что? Покидаемся карликами? Какими карликами ты, о чем вообще? Что, блин, покидаемся карликами? Что это такое? Что это за игра? Кидаться карликами. О, слышали? Там где-то Луиджи. Родной брат Марио. Луиджи. Так, окей. Погоди, где-то здесь. Тоже, наверное... Да, я так и предполагал. На балкончике на каком-нибудь. Что на каком-нибудь балкончике находится это все. Так, окей. Ладно, это пока не собираем. Идем за перышком. За перышком. Так, погоди. Это я. Точно. Ничего, бывает. Можно и зелье потратить. Так, погоди, где у нас там перышко? Видно его? Где-нибудь. На горизонте пока нет. Пока нет. Пока тоже не вижу опять. И надо на ту сторону. О, я думал сейчас мимо. Как он любит. Так, окей. Где-то здесь. Перышко наше. Хотя есть такой шанс, что мы его брали. Есть такой вариант, что мы его уже брали. Ну, погоди. Ну, может быть, где-то здесь. За стенки не видно. Ну да, я думаю, мы его убрали. До боли знакомое место. Я думаю, мы его уже брали. Так, окей. Окей, следующий у нас идет вот здесь. Где-то. Где-то там. И как раз золотишко там же находится. Хотя, возможно, мы его тоже брали, потому что мы залазили вот на то, туда, наверх. Там был у нас этот. Точка обзора у нас там была. Так, погоди. Здесь у нас золото. Где-то. Здравствуйте, дамы. Покупайте модное искусство. Только что с Мольберта. Угу. Вон туда. Вон туда и нам надо. Был тут один крик. Просто так нас туда не пропустят, но давайте тогда. Вел себя так же, как ты. Его порубили на мелкие кусочки. Понятно? В чем дело? Ни в чем. Держи. Отлично. Вот и все. Были охранники и нет охранников. А золото мое.
Золотишко мое. Будет моим. И, в принципе, розыска у нас нет. Резкая добача. Южанин. Нету стражи. Одна бедная душа отправилась к святому Петру. Окей. Так, ладно. Я не помню, по-моему, мы отсюда, да, пытались допрыгнуть. Пик. Лягушки. Там карманник, кстати. Самый верх, я так полагаю, надо забраться. Угу. На самый-самый-самый верх у нас не получается забраться почему-то. Я думаю, вот здесь сейчас получится. Здесь вот прям точно дорога для нас. Куда? Куда? Твою мать, а? Дебил. О, неужели? Додумался перепрыгнуть в сторону. Жесть, конечно. Ну, у нас КП на минималках. Да перелезь ты, ну! В смысле? Так, окей. Золотишко. Здесь, в принципе, мы не были. Здесь, я думаю, что перышко все-таки оно где-то здесь есть. Вон там наверху. На самом-самом верху. Самом-самом. Отлично. Куда? Вот это был фейл, просто самоубийство такое. Жесть, конечно, жесть. Да, да, да. Это было круто. Но у нас сохранилось, в принципе, сохранилось. И видос подошел к концу. Вот, друзья, концовочка такой, просто феерический фейл. Вот. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте. Обязательно пишите комментарии, советы, подсказки. Вот. Что как удобней, что как куда залезть. Вот. И с вами был Валерий. Всем пока.